У каждого человека есть невидимый порог карьерный, который для него является максимальным. Порог этот зависит от двух факторов: способностей человека непосредственных, да, и его предрасположенности к чему-либо, и количество информации, которой он обладает. Ну вот, например, живой пример. Маугли обладал всеми способностями обычного человека, но из-за ограничения информации он бегал по лесу и даже говорить особо не умел. Поэтому очень часто люди, обладающие вполне достаточными способностями, чтобы шагнуть на 2, 3, 4 ступени вверх по карьерной лестнице, остаются на своем текущем уровне и подсознательно страдают, не понимая, что же такое происходит на самом деле. Просто у них недостаточно информации, которая помогла бы им понять, нужно им вверх или нет, оставаться на текущей должности или есть желание развиваться и дальше. Они просто не знают, что есть там за горизонтом доступной им сейчас информации. Именно такие информационные пустоты мы стараемся восполнять здесь, на нашей площадке в Ютубе, в Телеграме. Вот в Телеграм вы можете подписаться по QR-коду, который видите на экране. У нас есть специальная образовательная программа. Вот 1 февраля стартует одна из них. Это курс ГИП плюс технический директор. Ссылочка на него есть в описании под этим видео. Этот курс является концентратом информации по теме управления проектами и проектной компанией. Именно эта информация даст понять даже обычному инженеру всю глубину работы ГИПа, а ГИПу даст понимание, чем занимается технический директор. И даже если вы после получения всех этих знаний на нашем курсе не захотите из инженера стать ГИПом или из ГИПа стать техническим директором, то вы будете глубинно понимать все процессы, которые происходят в проектной компании, и совсем по-иному на это глядеть после курса. А через несколько лет эти знания могут прорасти в новые идеи вашей карьеры и направления, куда вы хотите идти. Если вы работаете в проектировании на любой должности, игнорировать эти знания – это просто терять годы на наработки всех этих знаний самостоятельно. Поэтому рекомендуем всем, кто связан с проектированием, заходить на третий поток курса ГИП плюс технический директор и получать полезную информацию от коллег по сфере. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал. Ссылочки все есть в описании под видео. Всем удачи, всем пока!